Страна в надежных руках. В столице Черноземья готовится отметить День России. В списке праздничных акций десятки пунктов. Так, например, сегодня возле Дома молодежи дежурили волонтеры Победы. Ребята дарили прохожим свои улыбки и бело-сине-красные ленточки со специальными информационными буклетами. К слову, воронежцы не только принимали поздравления, но и прямо на улице вносили свою лепту в общее дело, становясь участниками благотворительной акции «Красная гвоздика», в ходе которой каждый желающий может за символическую сумму купить специальный деревянный значок. Все средства идут на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Цель акции – вообще единение народов. Люди очень радостно реагируют на это. Мы им рассказываем про другие наши мероприятия и также привлекаем. У нас же 12 июня мы всегда на дамбе разворачиваем 100-метровый флаг, и туда присоединяется огромное количество людей. Вот около 300, с каждым годом они растут. Я думаю, это идеальный вариант отмечания праздника, потому что так выражается любовь к родине и взаимодействие между собой. Это очень великий праздник, радостный. Я испытываю гордость за свою страну и думаю, нужно его отмечать. Я думаю, нельзя пить в этот день, алкоголь – это плохо. Я думаю, нужно гулять, выйти погулять, какие-то мероприятия посетить и просто чувствовать себя хорошо в этот день.